Здорово, с тобой Гар. Вот вышел у нас редукс такой, и оказывается, он активировал старые пасхалочки. Я так понимаю, все пасхалки предыдущих сезонов будут теперь активны каждую неделю. И вот у нас на очереди первая пасхалка. Это пасхалка второго сезона, нарративная, которая стартовала в первом сезоне. Мы ее будем сейчас разгадывать, я вам все расскажу, где что находится. А пока ставь лайк, подписывайся на канал, и пиши в комментарии, что думаешь про то, что нам наконец-таки разрешили проходить пасхалки по-новому. Я считаю, что это очень круто. Итак, поехали. Нам необходимо идти на карту калейдоскоп обязательно с полным опытом, иначе вам не засчитают эту пасхалочку. Берем какой-нибудь вид транспорта, желательно летного, потому что так будет быстрее добираться до спавна этих ящиков. Они спавнятся в 9 местах на карте, и сейчас я вам все эти точки покажу. Итак, вот она, первая точка. Мне повезло, у меня ящик заспавнился прямо сразу на ней. Необходимо подойти к нему и ударить его, либо нажать кнопку взаимодействия, а лучше все сразу. Вот здесь он, собственно, находится. Идем к следующей точке. Вторая точка спавна находится на крыше небоскреба на точке Е2. Поднимаемся сюда, вот здесь она находится, прямо на моей метке. Идем к третьей точке. Третья точка спавна ящика, прямо вот здесь, на трибуне. Летим к следующей точке. Следующая точка у нас находится прямо перед главным входом в центр Дейсон. Прямо тут. Следующее место спавна рядом с точкой D2. Прямо сзади вот этого самого блюдца перевернутого. Вот здесь. Очередная точка спавна недалеко от лифта, который идет на подземную секцию шоссе. Прямо тут. Еще одна точка находится на самом дальнем отшибе относительно других точек. Вот в этом месте. Также ящик может заспавниться прямо рядом с точкой C1 на третьем этаже. Вот в данном месте. И самая последняя точка, которая может заспавниться, это у нас подземная секция данной карты. Прямо вот здесь. И все, собственно, это все места спавна этого ящика загадочного, который мы должны были найти. И мы получаем вот такую вот карту игрока в награду. И сейчас я вам зачитаю этот небольшой кусочек лора. Источник установлен. ID WarMarker. По данным верификации Ми-6. Центр. Американская станция. 23:35. 15 декабря 42 года. Помехи. Если вы это слышите, значит, вы нашли мой передатчик, который я засунул в ящик.
сыщик. Я знаю его планы и знаю, что есть люди, которые хотят его найти. Оз заключил сделку с черным рынком. Блэк Ридж. Все это связано. Слушайте. Черному рынку нельзя доверять, у них под контролем помехи. Как восток, так и запад. Оружие, наемники, разведка, помехи. Что угодно продадут тому, кто больше заплатит. Они повсюду. Если хотите остановить его, их всех, отследите сигнал. Вот такая вот, собственно, карточка. Они повсюду в награду за пасхалку второго сезона. Спасибо большое за просмотр, ребятки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развиваться моему каналу потихонечку. И у меня есть плейлист со всеми пасхалками, которые выходили уже. Скорее всего, они будут актуальны. По данной пасхалке у меня не было видоса, потому что я тогда еще не занимался этим. И вот я выпустил его. С вами был Гар. Всем пока.